перед Днепром. Там бункеры. Да, шишкастые все эти живут. Чтобы она машину не видела, она сказала, ну шла пешком, чтобы лучше. Да и выкладывала, человек не ехал. У тебя же личной машины нет, ну и приехала, взяла. Зачем ей видеть? Ну да, да. Это ни к чему, понимаешь, что все? Она думает, что она ей все равно. Она, у нее ни сочувствия, ни жалости никогда не будет. Поэтому вот не сделала свои доктора. Ну, о чем я думаю? Далеко ходить, далеко. А как ты можешь? Мостом, а... Перед мостом, вот он был. Вот этот, что ли? Не-не-не-не-не. А, это не-не-не, это мы... Металлолом. А, за мостом я имела в виду. За мостом, да. За Ольшанским мостом. За Ольшанским. Я думал, ты имеешь в виду Днепр. Нет, за Днепром там нет съезда. Нет. Здесь вот налево, вот сейчас здесь будет. Сейчас будет.